Всем привет, с вами Крукс. Я думаю, некоторые уже в курсе насчет нашего DM-сервера совместно с моим бро Мишей Кичиро, который открывается, ну, наверное, знаете, ближе к лету. Были уже посты в наших пабликах, также на наших YouTube-каналах во вкладке «Сообщество». Мы там спросили у наших подписчиков, что они хотят видеть на нашем сервере в будущем. В общем, наверное, многие спросят, почему же мы так с Кичиро решились открыть свой DM-сервер. Ответ довольно простой. На сегодняшний момент нету достойного DM-сервера. Вот эти всякие монсеры, RDM, GDM и так далее. Они вот честно, ну, заебали. Вот эти однотипные локации, плохой античит и все в этом духе. Вот знаете, мы хотим создать сервер, который будет конкурентоспособным другим проектам. Особенно не только DM, но также, возможно, и RP-серверам. То есть мы как бы с Мишей очень серьезно к этому настроены. Также еще одной из причин является то, что как я, так и Михаил благодарны каждому подписчику, каждому зрителю, кто смотрит нас, поддерживает, потому что помню, год назад мы с ним снимали на Grand RP, да, было время, и вот решаемся открыть свой DM-сервер, и честно, это все благодаря вам, да. Вот многие говорили, мол, фу, ушли с Evolf RP ради денег, ну... Я не буду отрицать, знаете, как бы деньги мы тратим и на свои потребности, но не забывайте, что мы также и будем вкладываться и в наш будущий DM-сервер, именно в наш, чтобы было приятно играть как мне, так и вам. Так скажем, это наша благодарность в честь вас, в честь вашей поддержки, то, что вы ставите лайки, комментируете, смотрите наши ролики, это действительно приятно, это реально ценится, потому что без вас этого ничего бы не было. В общем, а теперь самое интересное, что же будет на нашем сервере? Честно, мы с Мишей уже придумали некоторые очень интересные системы, которые вы увидите, я думаю, опять же, ближе к лету. Потому что мы собираемся открываться ближе к лету, надеюсь, это у нас получится. Если говорить вкратце, то смотрите, наш проект будет гибридом. Гибридом таких серверов, как GlowDM, в скобочках LVZ, плюс RP Game World. Конечно же. То есть бизнес и капты во всем городе. Я думаю, это будет очень классно. Также, ясно дело, некоторые системы с других DM-серверов, там та же стрельба по ботам с RDM, достаточно прикольная. Она, конечно, была с LVZ первично, просто идею спиздили. Неважно. Ясно дело, хороший античит, ну и так далее. Не буду вам полностью спойлерить то, что мы хотим туда добавить. Думаю, вы уже можете провизуализировать, как сервер будет плюс-минус выглядеть. Честно, я не хотел делать этот видос, потому что, как говорится, не стоит говорить о своих планах, но. Все-таки, думаю, многим это интересно, а я любитель поднять ажиотаж, поднять некие темы для обсуждения. Можете делиться своими мнениями в комментариях, давать какие-то пожелания, к примеру, каким вы видите лучший DM-сервер, что вы хотите видеть в нем и так далее. Ну и помимо моего пиздежа, также хочу вставить немножко откатов с такого проекта, как SampRP, с нашего спонсора. Я очень благодарен данному серверу, потому что он нас поддерживает в финансовом плане, то есть как бы за ролики, стримы все оплачивает, и это реально приятно. И в будущем, конечно, благодарочка нормальная такая прилетит сам ПРП. Как бы они нам помогают, мы им помогаем, как бы это ясно дело, жизнь, она как по принципу бумеранга работает. В общем, ребят, сам ПРП классики, сам ПРП легаси, очень часто именно там играем, промокод хэштег Рукс или хэштег Оша, вводите при регистрации, второй уровень прокачивайте и вступайте в наш состав Экзе. Сможете там с нами в Дискорде сидеть, там в приватном паблике, приваточки получать и так далее. В общем, у нас достаточно весело, не стесняемся и вот читаем описание под видосом. Ну а так, пожелаю вам всем приятного просмотра, давайте приступим к аптикам. Все, у меня закончилось. Подожди, это же там и брит, я буду в два раза меньше вас, да? Раз тоже в два раза меньше. Окей. Там араберы на крыше вообще заебали. Пиздец их тут, меня еще просто заарабят. Блин, это сбитый, сзади бегут еще, кажись. Я двоих успел убить.
кого? Ебаш, ебаш, хорош. Хорош, Тёмыч. Ой, лучший. Спасибо, братва, оценю ваши комплименты. Слева, 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 слева. Опа, опа. А куда он? Он упал? Да, да, да. Собаки. Чё это за сервер? Чё за сервер? На откатик. Третьего, третьего. Ты фрик, я тебя в Дискорд звал, я лошадь тебя ждал, я кушал, блин. Ну какой ещё бандит? Так я отходил, прикинь, мне палка пришла. Блядь, чё за бред? Прикинь, Артём, мне палка... Выключи таймстамп, фу! Тише, Миш, у меня тут война, пиздец. Можно, фу! Тихо, блядь, Миша, у меня капт! Да, типа настрелял, когда там не убил никого. А чё за серв, слышишь? В туалете сидел. Так, мы ещё, может, ещё кого-то можем подобрать по дороге? Вы взяли под свой контроль новую территорию. Охуенный капт у нас прошёл.